Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска с двигателем 1.8, автомат, передний привод. На этом автомобиле мы сегодня заменим задние втулки стабилизатора. Повыбивало их, стал стабилизатор шевелиться, шум пошел. Пробег у автомобиля 130 тысяч, стойки стабилизатора целые, а втулки под замену ставить будем оригинальные. Поднял автомобиль. Вот он, наш задний стабилизатор. На резинке с двух сторон четко видно место, как резинка ходила. То есть, как стабилизатор ходил в резинке. Он ходит и влево, и вправо. Сейчас я его пошатаю. Автомобиль поднят, вывешено немножко не так. Вон. Вон видно, резинки выбито здесь и здесь. Откручиваем два болта с этой стороны и два болта с этой стороны откручиваем. Снимаем скобы и снимаем втулки. Снимаем скобу и снимаем втулку стабилизатора. Аналогичным образом откручиваем вторую сторону. Берем оригинальную втулку 4156А085. Левая и правая, они одинаковые. Достаем втулку и внутри немножко смазываем ее силиконом. Одеваем втулку на стабилизатор, немножко ее раздвигаем. Смазываем болты. И одеваем скобу стабилизатора. Наживляем болты.
и затягивая. Болты подтягиваем, но не перетягиваем, чтобы не посрывать резьбы, не поотрывать шляпки. Все, эту сторону мы подтянули. Подтягиваем вторую сторону. Здесь я уже втулку поменял, поэтому мы только затягиваем. Все, втулки заднего стабилизатора мы заменили. На этом все. Всего вам доброго.